На конкурс дети читают стихи. Город Комсомольск на Амуре, школа номер 36, Шадрина Виктория. Автор стиха Андрей Кошенко. Бубнит преподаватель, кого-то распекая, а Вовка с дальней парты глядит в окно, мечтая. Вот повезло же людям, летят себе в ракете, а мы сидим за партой, замученные дети. Как здорово лететь себе, глядеть на землю вниз. Америка, Европа, вот это, братцы, жизнь. А тут географичка указка тычет в глобус, а там никто не тычет, вот в этом видно фокус. Обедать только супом никто не заставляет, а в космосе отлично, что ел, никто не знает. 100 сальто с пируэтом, крути, балдей себе. Конечно, очень здорово поспать на потолке. И телевизор вечером меня покажет даже. Я помашу с орбиты своей соседке Маше. Тут столько всяких кнопочек, легко и ошибиться. Нет, видно, еще долго придется мне учиться.